Привет, друзья, с вами Versus Битва Технолога, и сегодня у нас на битве тяжеловесы Mercedes-Benz S-класса в 220-м кузове и Hyundai Genesis G80. Автомобиль относится к E-классу, но размером он примерно с S-класс, вес автомобиля 2 тонны. Здесь у нас лонг 220-го тонна 900, если округлить, копеечки убрать. Объем у нас у 220-ка 3,7 литра, он 2002 года, рестайлинг, мотор 112-й. Здесь у нас 3-литровый мотор, 249 коней, здесь у нас 245 лошадей. Моторы, в принципе, по мощности одинаковы. Момент здесь 350 на S-ке, на Genesis у нас 304 момента. Но на Genesis 8-ступенчатая коробка автомат, а на 220-ке у нас 5 ступеней, тоже автомат. В принципе, годовалый уже 220-ек 2002 года против 2016 года Genesis. Большая разница у нас в возрасте у этих автомобилей. И на старте мы их запустим и на финише посмотрим, какой будет результат. Мне кажется, будут ребята очень плотно идти. Поехали! Гаснут красные огни, чуть-чуть клинул нас наш Genesis. Ровно поехали, ровно! Даже старт был немножко хуже Genesis, но пошел он дальше вперед, и я вижу, что он уходит. Тяжеловесы поехали, одна двухтонная, другая тонна 900. Мощные автомобили, большие, 3 литра. Genesis побеждает в полтора корпуса, наш 220-й. Финиш, будь готов, запускаем. Красные огни загораются. Гаснут красные огни, с двух педалей поехал наш 220-й. За счет этого у него получился получше в этот раз старт. Вроде бы никто не проспал. И поехали намного-намного лучше. В этот раз уже бодрее машины едут. Genesis, мне кажется, обогнал. Сдалека плохо видно. Ну, сложно сказать. Сейчас нам финиш да расскажет, покажет. Победил Mercedes бампер полкрыла, примерно так. Побеждает Mercedes бампер полкрыла, да. Это Мерс был с двух педалей. Он примерно 1500 оборотов держал на тормозе. Газ давал, потом резко отпустил и поехали. Финиш готов? Я-я. Поехали! Оба едут с двух педалей, ровный был старт, и сразу же за счет полного привода намного лучше едет Genesis. На самом-самом старте и начинает потихоньку уходить от нашего 220-ка. Едут на полную катушку эти автомобили. Но тут уже победа Genesis'а. Вопрос только, разница, сколько корпусов будет. Победил Genesis, 2,5 корпуса. Ну а в этом заезде, да, побеждает Genesis, 2,5 корпуса, счет в серии 2-1. Я считаю, что в этих битвах побеждает наш Hyundai Genesis. Ну и обязательно сделаем вам сейчас небольшой бонус. Такая ситуация. На 220-м якобы не отключили антибукс, сейчас отключили, сейчас попробуем еще раз его запустить, уже будет четвертый, мне кажется, окончательный заезд. Все входят в кураж и начинается заново-заново повторные заезды, никто не может смириться с поражением. Поехали! Ну, в этот раз без фай-старта и намного лучше был старт двух педалей у Genesis'а. Не помогло, видимо, отключение 220-му его антибукса. Все равно Genesis у нас намного лучше выстрелил на самом-самом старте. Ну и тут уже далеко он начинает уходить от 220-ка. Ждем, что. Три корпуса минимум. Три корпуса, уже три корпуса. То есть ничего не помогло 220-му, отключение, выключение. Ну все, мне кажется, уже прям оговорочно 3-1 в пользу Genesis'а. Побеждает более свежий автомобиль на 8-ступенчатой коробке, несмотря на то, что он на 100 кг тяжелее. Ну, видимо, годы сказали свое, и 220-ик уже не тот, к сожалению, наверное. Ладно, поехали бонусом. Раньше у нас был 4,3 литра, сейчас он у нас 5 литров. Машина стала помощнее, она, кстати, у нас полный привод, здесь у нас подключаемый полный привод. И мы делаем, естественно, фору, потому что машина
ну чуть ли не на 3 секунды там или 2,5 секунды быстрее разгоняется до сотни. Сделаем большую-большую фору, разрыв, я не знаю, корпуса здесь 4 где-то примерно между автомобилями. Просто бонусный заезд, ничего он не решает. Для вас специально. Поехали. Поехали, поехали. Стартуют вроде бы одновременно. Ой, как очень быстро едет наш 210-й Мерседес. И буквально догоняет его уже на 1/3 дистанции, перегоняет уже точно на середине и уходит в точку от нашего Дженезиса. Просто бонусный заезд, посмотреть, какого будет разрыв. Мы же для вас всегда делаем бонусные заезды. Половина на 3 корпуса. На 3 корпуса примерно была разница. В видеокартинке вы точнее увидите, сколько был разрыв. Там, ребят, будет ссылочка в описании, поэтому заходите, проходите по ссылкам для того, чтобы поддержать наш канал, чтобы мы развивались и делали намного лучше для вас и качественные ролики. На этом все. С вами был Versus Битва от Технолога. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего доброго и удачи!